потратить 1 000 000 фунтов на самолет, яхту или новейший Бентли – все это по плечу агенту 007. На неделе выходит новая серия «Бондианы» «Спектр». Фильм уже представлен кинокритикам. Мнения разделились. Одни хвалят новую картину за юмор и преданность традициям, другие ругают за избитость темы и простой сюжет. Но поклонники фильма уже готовятся к премьере, сами примеряют на себя образ агента с 2 нулями. Удовольствие не из дешевых. Во сколько обойдется реквизит, знает Федор Сухарников. Злодеи всего мира, трепещите. Почувствовать себя суперагентом может каждый. Самый доступный вариант – попробовать знаменитый коктейль. Основатель школы барменов Сергей рассказывает, что коктейль агента 007 даже в домашних условиях может приготовить каждый. Любимый напиток агента Его Величества в барах Москвы вам обойдется от 200 до 500 рублей. Бармен предупреждает, больше 3 пить не стоит. Напиток является весьма крепким. Я думаю, что 2-3 бокала будет достаточно, чтобы ощутить себя супергероем. Если алкогольные услады не для вас, а хочется впечатлений, драйва и полного погружения в мир шпионских страстей, можно обратиться в агентство по организации праздников. Вечеринки по мотивам похождений суперагента неизменно пользуются спросом. Удовольствие не из дешевых, придется раскошелиться. За один вечер из жизни супершпиона вы потратите минимум 1 миллион рублей. Красивые девушки, фото у знаменитого автомобиля Aston Martin, злодеи, чемоданы с наличными, ну и, конечно же, рулетка и партия в бакара. Уже сейчас звонят, уже сейчас спрашивают атрибутику, это пистолеты, кейсы с деньгами, обязательно спрашивают шпионские штучки, то есть это могут быть там ручка, фотоаппарат, вот, ну, либо кто-то что-то придумает свое. Естественно, мы учитываем все интересы и стараемся по максимуму воплотить в реальность. Но если и этого мало, всегда можно отправиться в путешествие по маршрутам героя романов Яна Флеминга. А в этом вопросе равных ему нет. В каждой серии он успевает побывать в нескольких точках на карте мира. Тут и Таиланд, и Чили, Швейцария, Египет, Колумбия и даже Россия. Но если облететь все маршруты агента 007, цена вопроса от 150 тысяч рублей на человека. Это был корпоративный заказ от одной компании. Больше, чем 25 тысяч евро, когда были вертолеты, скоростные катера, специальные лимузины и стрельба из настоящего автоматического оружия. Ну а если все же красивая жизнь по сценарию Бонда вам не по карману, просто отправляйтесь в кино и проживите 1,5 часа с суперагентом на экране. Федор Сухарников, Елизавета Максимова, Мир 24.